Здравствуйте, друзья, с вами Юрий Притиск. 5 марта 2021 года заканчивается прием заявок на международный конкурс астрофотографии Inside Astronomy от Королевской обсерватории в Гринвиче. На конкурсе присутствует несколько номинаций по астрофотографии, такие как «Северное сияние», «Галактики», «Люди и космос», «Наше Солнце», «Наша Луна», «Планеты» и так далее. На конкурсе очень серьезные призы. Победитель получит 10 тысяч фунтов стерлингов, а также будут призы 1500, 500 фунтов и так далее. Разные призы в разных категориях. Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте конкурса с 13 января 2020 года и загрузить до 10 своих работ. Можно загружать до 10 в каждой категории. Ну и еще один момент. С этого года конкурс перестал быть бесплатным, но ввели вполне посильный регистрационный взнос – порядка $10. Внимательно изучайте условия на сайте, участвуйте и возвращайтесь с победой.